Лук. Стерва, 25-ки эти, блядь, кристаллы не падают. Они падают только с десятки. С 25-ки сразу падают, и 71-й шмоль без кристаллов. Это переделано. Удобно. Блять, паровозики. Ой, это ты почему в Дискорде молчишь? Так, кто еще хочет в субботу или в субботу сходить с этого? Один желает. Мне надо, я бы уснул. Или воскресенье. На выходных, короче. Какое там время есть? У нас шипа многовато. А кто из шипа может в субботу войти? Ой, ебать, неужели появилось? Портофал работает. Тебя отвели. Ты тоже нет. Владыка, ты сможешь в субботу? Да ну, это рофл, я не знаю, блядь. Она через раз. Бланш. Давай, только не уходи далеко, ладно. Все, остальные ждите, целка Кван тоже. Кусиатор тоже всего дополнил. ППГ. Дайте сумму еще раз, кто там кидал. По бенту. Так, его и два, и прекращай себя вести как ребенок. Большая просьба тебе. Бля. Про детский сад. Блять, кто эту хуйню нахуй? Реслин? Или кто это? Или Кунка, блядь? Кунки нету или это? Реслин, нахуй ты эту хуйню поставил? А что, это только владельцы шейма могут ставить? Угу. Ну, либо но не купил. Только всему, кто купил эту хуйню. Все, поехали трофистить. Читаю черти владельца шейма. Раз, как обычно, сразу зачищаем, потом. Так, сразу пальцы раскидаю на собаку. Ага. Так, на собаку сразу запомните. Первая, вторая партия, королева и Маша. А где Кунка? Он будет вообще? Фонарь. Фонарь. Дима, блядь. Кунка будет? Шкила, друг твой лучший. Школьный товарищ. Товарищ. Бутыльник. По рюкзаку, короче. Там, все дамчи. Ну вот опять сейчас не повесил чарки, нихуя. Блять, ебаный шаман, нахуй. Что за бред? Вава, у тебя прошли вот эти завитания?
Или нет? Один раз было вот сейчас. Вот сейчас у меня на трэше, вот в этом месте, когда мы подошли бить вот этого моба, у меня зависло на 2 секунды. Сегодня первый день такой. У меня тоже такое было. Просто там это... Кирилл грешит на эту видюху, на Чивавину. Я думаю, что это массовая проблема. Я не грешу, я просто, ну, когда у меня такая хуйня была, похоже, я там с нескольких ребутов компов, типа, перезаходил, все нормально, тоже видюха не грелась, ничего, все было хорошо. А в итоге потом через, блядь, через, наверное, неделю у меня видюха сгорела. Да я думала, это у меня проблема, а Чивава тоже пишет об этом. Это было на X2 3 года назад, по-моему, или 4. Короче, когда Каражан хайп там актуальнее еще. У тебя на 3 секунды, а у меня на 15-20. Не, у меня быстрее. Даже, наверное, 1-3 вот так. Найт, ты зачем мне ход дал? А последний мам, да? Да. Нечто. Первая пати будете бить, вторая пати начнете, потом отойдете и раньше наберете. Это те, которые в Мелизоне. Ну и 3-4 плюс 5, соответственно, набираете рейндж и не берете лужу. Щука, ты в Мелизоне. Как слышишь на прием? Тебе не надо бегать, ты сразу, блядь, в Мелизону идешь. Он, как я обычно ставлю, крест, блядь. А ты где-то там будешь печеньки, блядь. Стоишь на рейндже, пинаешь. Ты же хант. И двигаешься, соответственно, не забывай. Конфликт не ловим, с поездов походим. Рыбу хавить. Флаг ТЛК возьмите. Хватит как раз по одной. Там останется. Пойдет во второй рейд, блядь, в субботу. У него там как раз выходной будет. Как раз если чарка выпадет, будет хорошо, блядь, ему. Этот. Вот, Навара. Да, дам тебе фонарь, потом его в трейд покидаешь. Это я с правой стороны раньше набираем. Дайте каску порой, пожалуйста. Дам, сейчас подожди, я дам колдплей фласку. Еще раз не, повторяю, не первая, вторая пати, королева и мастер. Каску. Я колдплей отвечала, Бева. Все, далее. Все, давайте, масло ебанули. Адель, давай, счет, поехали. Блядь, Зевс опять закончился, сука. Ладно. Кирилл, ты чуть ближе, ладно, я за тебя. Не, так я подойду вперед. Смотрите, вот, Холич, ну, те, кто рядом с миликами, на поездах, отходите в сторону РДД, чтобы не было конфликта. Вторая пати ушла. Лужа 10 секунд. Рэнджу дед. Мася, отойди. Мили лужа. Прохил. Асус, глыбни там, я не знаю. Блять, Стерва, ты метку не видел? Че ты ее не вынес? Вот нахуя ты нам насрал тут в рейде? А не Стерва, кто это? Короче, какой-то нехороший человек. Поезда, готовимся отходить. Вышли, служим. РДД уже. Просил? Рэш, держим каст. Блять, стопнул каст, все равно кикнул. Ладно. Такая же хуйня. Лужа сейчас будет. И после меток сразу. Делиться забавли, если есть. Сука, вынеси главное. Сейчас лужа 5 секунд должна быть. Лужа милики.
И сейчас будет каст. Ну, кик. После сотрясания его сразу. И они справны, но он... Тут тоже тайминг избивает, пока нет. Вот он. Я вижу. Он должен был быть после сокрушающего сразу. Полужарный, да? А как хит будет? Должен. Нет, ты вынесли. Поезда. Выходим. Ой, блядь. Лужа 15 сек. Дай секру фонарь. Фонаря поднимите на пол. Навязку ебаните ему там что-нибудь. Великий лужа. Бах. Вы на нем поднимите пока его. Блять, Мирай, заберите кто-нибудь. Серый, окей. Чуваву хилите максимально. Чуваву пускай танчит. Пускай танчит чувава, фонаря резко. Блять, смотри, какая на тебе эта хуйня. Фиолетовая? Нет. Блять, отойдите, милики, нахуй все оттуда. Отойдите от фонаря, РДДшниками добьем. Уйдите в угол куда-нибудь, зажмитесь просто. РДД лужа. Меня застанет, когда я прыгаю, короче. Вот моя история. Я понял. Опять босс. На ДС выпало. Заебись. Очередная чарка на ДС. Охуенно. Ой, блядь, отказывайся тут. Ну, у этого питомца, может, сролись. Сука. Блядь, 3 КД подряд или сколько вот в мейн-рейде падает чарка на ДС? По 2 штуки. Сейчас еще вторая выходит, что-то не подскажет. Да-да. Может, направо пойдем, пока Гера когда? Угу. Да похуй, без Гера убьем, а то пошли центрально. Мало ли. Хватит. У кого нет. Здорово, Кунь. Чарка на воро полась, что? Не на воро, а на... На глубокие раны. Не-не-не, на бросок. Камник даже знает, помнит, какой чарки у меня нет, а какая есть. Мы же тебя любим, Кунь. Вот сейчас ты завис, чувава? Да, под конец. Нет, вот сейчас именно, когда в комнату зашли. Да нет, вроде. Ладно. Ну, короче, спар пришел. 180, 180 АП на перчатках, в принципе, неплохо тоже, чарка. Более-менее. Серый, тебе не пойдет она, кстати, 180 АП на пачек? Лишь. Так я заберу, да. У меня 60, давно пора. Угу. На, возьмите все, огурцы я поставил. Рыбу там кушайте, кто знал. И пробахайте пар. Сами там разберетесь, кто-нибудь закроете там метки. В мелизоне там тоже кому-нибудь ответственный найдет. А где Никита? Болеет. Сильно болеет. Ну, может, уже не помер. Нет, он онлайн был. Я проверяю, не сдох бы. Все, давай, Адель, что ты поехал? Что небесное. Коронка, что ли, заболел? Сильно заболел? Сильно, да. И так хлюпик всегда болеет сильно. Понял, Адель, опять не бафнулась. Через раз. Надо, короче, на форум писать. Криво работает. Не, реворкать уже будет. Не будет видеть. Ну я сейчас попробую потом обновить клиент полностью. Ма, на тьму и стакру. Колплей. Забери тьму. Ну, кто там нажимал другой, помню. На следующее дыхание нажми. Тьму заберите. Филис или кто там, блядь? Нажимаем мы. Колплей, забери тьму. Я только что уже ломал на тьму.
Значит, Фелиция или кто там, блядь. Я без аддона сейчас играю, пушку мне какой спор. Арислин остался. Арислин забирает. Восьмилики вышли. Зашли. Кончики аккуратно вышли. Дай фонарь стакал. Не жми ему Арислин. Метки вынесли, блядь, смотрите, там кончики, блядь, вреден, блядь, ебашите. Готовимся заходить, зашли. Вышли, набили. Нихуя тут сколько урона, мне сквозь точку чуть не убил. Давай. Ну, хуета, блядь. С говном упали, ну, блядь, я бы все равно бы их забрал. Серега, стрики плеч. Да, блядь, почему нету с чаркой классовой, блядь? Нет. Это хуя. Блядь. Я рот ебал этого лута, короче, нахуй. Десятки сегодня лучше были, в разы. А чё, в третий, в четвёртый нормально что-то падал? В третий у Бэтли собрал две чарки теперь у него. Ну, вот только толку от них, они нихуя не работают. Да. Через раз-то работают лучше, чем ничего. Да ну такое. Так распылите тогда. Бентли, в любом случае они заработают, так что радуйся, что у тебя две чарки. Во-во. Я был бы, блядь, рад тому, что даже если у меня чарки были бы, но они не работают. Рано или поздно их сделают, понимаешь? Так как не окнулся. Ну, все равно, как бы я в любом случае рад, просто я выебываю. Рыбу хавать. У меня вообще ни одной. Я бы даже на 2% капита, блядь, был бы рад. Да, такая же фигня. Ты по десяткам каждый КД ходишь? Да, каждый КД. Я одну пропустил только. Ну, а так, да, каждый. Ну, я тоже он за все время сейчас первую шмотку упал, можно сказать. Красавчик его кончил. И королева такая. Бильбан. Давайте еще два оба. Да-да. А все десятки, вы все от ТТГ уже сходили, да? Я не сходил. Еще надо мне сходить тоже сегодня, блядь, наверное, пусть столько. Ну, все, давайте, поехали, давай, что-то погнали. Five, four, three, two, one. Можно развернуть хвост, убрать от нас? Спасибо. Фонарь, бочком его немножко поставь, да? Чтобы он не закрывал. Этки вынесли. Еще кубанки. Сейчас фир будет. Диспал. Это еще. Фир спиной стали. Мелики. Сейчас только диспал. Этки вынесли. Позитрон дермич. Не спал. Фир, метки вынесли, спиной стали. Мелики отошли. Он с Герой делает. Здесь спал. Давайте, Герой. Ну, у меня КД минута. Давай уже. Мелики вынесли метки, пойдет рано риски. Не спал. Рано еще, Кирилл. Спиной стали. Метки вынесли. Ролик шик. Колдплей. Левее останьте, там ролик шик настал немножко. Метки шли. Нет, чего не снял, конфил блэч. Спиной стали. Нет, чего не снял, блэч, спеси. Мелики. Ой, насрали. Вперед еще подойдите, только не слишком близко у нас.
Спейси немножко накакал. Метки вынесли. Спиной стали. Опять на мне метка, похуй, на мне метка. О, нихуя, чего какой-то дало даже. Это лук не дало. ГЦ Миша. Что это за хуйня, ёбаный в рот? Ебал в рот эта ТТГ конченая, нахуй. Не знаю, мне нравится. Фонарь. Повышает запас здоровья на 2%, нахуй. Блять, количество, боже, нахуй. Или броня. Либо ХП, либо броня. На выбор. Да хуета ебаная. Ладно, поехали. Перчатки я уже отдал. Это хуйня надо кому-то? Да, мне везде, блин. А перчатки же роли, да? Да. Кому перчатки? Оба. Перчатки, которые кожаные, я отдал их. Я же сказал уже.